Доброе утро! Раньше седые волосы появлялись у людей в пожилом возрасте, но в последнее время наблюдается и в молодом возрасте тоже. С чем это связано? Вот, например, некоторые люди из интернета уверены, что стресс и страх – это причина седых волос. И лучше не выдирать седой волос, потому что на его месте появится несколько новых. Но так ли это на самом деле? Сегодня узнаем в нашей программе. Про седые волосы нам сегодня расскажет врач-трихолог, дерматовенеролог Малина Марина Николаевна. Доброе утро. Доброе утро. Люди в интернете пишут, что стресс и страх – это причина седых волос. Это так или нет? Да, это так. А что такое стресс? Это выработка большого количества адреналина. Адреналин, в свою очередь, нарушает связывание меланина – это пигмент нашего волоса – и самой структуры волос. Тем самым он не усваивается и нейтрализуется, вымывается. Другой еще момент – также вызывается спазм сосудов. В результате этого меланин опять-таки не может поступить, и он также вымывается. А как вообще проходит процесс поседения волос в нашем организме? Процесс поседения волос всегда происходит рано, то есть это либо ранняя причина, либо естественная. Как я уже сказала ранее, то есть это не усвоение меланина, следственно, это постепенное поседение волос, не усвоение пигмента, волос обесцвечивается, меланин не поступает, сам стержень волоса становится пористый, белый и, по сути, сухой, безжизненный. Какие еще можно выделить причины седых волос? Причин очень много. Основное, если мы говорим о ранней, то это идет генетика. Далее это идут всевозможные заболевания. Например, железодефицитная анемия. Например, тоже витилиго, когда идет аутоиммунное поражение. Также является из заболеваний, например, пониженная кислотность желудочной. Так их в целом очень много. Есть ли какой-то определенный возраст поседения волос? Я не знаю, там 35 лет, например. Но здесь понятие такое обширное. Если мы говорим о ранней, это, в принципе, даже и в подростковом возрасте случается у отдельных лиц. В основном чаще это где-то 20 лет. А уже естественное поседение – это после 35. Дефицит каких витаминов приводит к поседению волос в нашем организме? В основном выделяют это витамин А, В, группа В и С. Также, если мы берем микроэлементы, то это цинк, медь, железо. Люди в интернете пишут, что гаджеты – это тоже причина поседения волос. Не знаю, как это связано, но все-таки это так или нет? Немножечко странно, если вы полностью вовлекаетесь в этот гаджет и перестаете кушать, то с этой стороны можно рассмотреть этот вариант. То есть вы не получаете ни микроэлементы, ни полезные витамины, ничего. И, в принципе, белок, потому что белок – основной структурный компонент для построения всего. А так вот прямой взаимосвязи я не вижу. А может ли седина быть причиной какого-то заболевания или следствия этого заболевания? Основное – это железодефицитная анемия, это витилиго как одно из проявлений не только на коже, но и на волосах, пониженная кислотность, то есть любое заболевание косвенно может затрагивать. А еще некоторые уверены, что если вырвать седой волос, то на его месте появятся три новых. Это так или нет? Нет, это не так. То есть, если процесс поседения пошел, то он пошел. А если ты вырвал, ничего в этом страшного нет. Но смысла тоже нет. Некоторые уверены, что седые волосы растут быстрее обычных. Это миф или правда? Нет, это тоже не так. То есть, они проживают свой цикл жизни, как и любой волос. Это от 2 до 7 лет. Просто разница в том, что наши цветные волосы, они красивые, они наполнены жизненной силой, а это просто пустые волосы. Некоторые уверены также, что вредные привычки ускоряют появление седины. Ну, например, курение. Курение в целом негативно сказывается на состоянии наших клеток. Это стресс для них опять. Поэтому да, а волосы также состоят из клеток, поэтому являются причиной пагубной. Марина, давайте все-таки посмотрим, как же выглядят у нас седые волосы. Да, давайте, конечно. Вот на примере посмотрите, как выглядят бесцветные волосы. Карандашом укажу. То есть вот он, цветной волос, наполненный пигментом, наполненный, скажем, жизнью. А вот бесцветный – это седой волос. Он даже полностью просвечивается, если вы присмотритесь, да, что за ним идет пигментный волос. Вот так они выглядят, безжизненные. Огромное вам спасибо. Пожалуйста. Сегодня мы поговорили про седые волосы и развеяли несколько мифов о них. Если вы заметили у себя седой волос, то обратитесь к трихологу. А вы берегите себя и будьте здоровы!